Ну что ж, отправляемся на нашу миссию. Наемник Альфа 1, окей, 1. Это Киото 2. Трент, меняем план. Веди. Поступила новость, что Ринландия вторглась в систему Сигмы. Все базы и врата теперь под контролем Ринландии. Но есть другой выход. Драконы крови обнаружили дыру гиперперехода в Сигме 13. Могу взять тебя в Новый Берлин, если мы полетим быстро. Мы проводим тебя туда, а дальше ты сам. Ну что ж, посмотрим, что такого важного знает этот информатор о странниках, если, конечно, мы его успеем спасти. Но зато мы теперь хотя бы знаем нашего настоящего врага. И это хорошо. Лорд Хакира, мы подошли к вратам Сигма-13. Продолжайте, Гобо. Трент, я тебя провожу. Значит, получается, Рейландия и Свобода были, как это правильно сказать, подчинены этими странниками. Так что они как бы, я так думаю, не виноваты в том, что с ними произошло. Это эти странники их подчинили, их разум. Ну да ладно. Стыковка. Нам надо быть поосторожнее. Наши информаторы докладывают, что большая ринландская флотилия находится в этой зоне. Трент, веди! Боже мой! Все сведения, похоже, достоверны. Похоже, что Ринландия передислоцирует всю свою северную флотилию в Сигму. Они следили за нами! Да, прикольно. Приближается ракета. Интересно, мы линкоры сможем уничтожить? Приближается ракета. Приближается ракета. Приближается ракета. Так. Давайте с истребителями разберемся. Готов. Враг нацелился на меня. Есть, я попал в него. Так, ну крейсер мы уничтожили. И это хорошо. Почему мы летим так медленно, Трент? Больше тяги. Наши преследователи развернулись. Им нет дела до такой маленькой рыбешки, как мы. Когда флот Свободы будет продвигаться на Кеплер, кусари ворвутся посредине. Опасность. Повреждение радиации. Что это за место? То,
То, что ты здесь видишь, не что иное, как последствия решающего сражения 80-летней войны между Ринландией и ГДГ. Дыра прямо перед нами. Эти врата ведут в Новый Берлин. Дальше мы с лордом Хакирой не можем идти. Граждан Кусари в Ринландии сразу арестовывают или хуже. Фон Клаусен ждет тебя на Новом Берлине. Нам необходимо вытащить его оттуда. Удачи, Трент! Стыковка. Ну что ж, отправляемся. Так, планета Новый Берлин. Нам как раз туда и нужно, чтобы спасти этого информатора. Стыковка. Он в бегах. Ты должен его найти как можно быстрее. Стыковка. Понятно. Вы спасли приземление. Разрешено. Продолжайте приземление. Добрейший, могу предложить вам предсказать, что несет вам час грядущий. Нет, спасибо. Помогу найти, кого ищете. Нет. Мистер Бликс никогда не ошибается в таких делах. Он сказал, что вы кого-то ищете. Фон Клаусена? Хм, а он от себя говорит? У Бликса есть связь с источниками в других мирах. А что насчет тебя? Нет, мой дар — быть слушателем. Вместе мы глаза и уши для тех, кто желает платить за такие услуги. Мы сейчас работаем на одного такого человека, того, кого вы ищете. Видите ли, мы уже некоторое время ждали вас. Почему? Доставить сообщение? Вы должны встретить фон Клаусена на старой платформе на планете Гольштин в системе Франкфурта. Не волнуйтесь, мистер Трент, боги улыбаются вам. Вы попадете туда как раз вовремя. Ладно. Только перед тем, как отправиться, давайте посмотрим, что нам могут предложить. Вау, симпатяшка. Сокол, тяжелый истребитель. Вы должны достичь 20 уровня, чтобы купить это. Да я такое в жизни не куплю. Зачем оно мне надо? Кошмар. 24 уровня. Что вы все такие жмоты? 20-24, ё-моё. Да я пока этого уровня достигну, я уже успею всю игру пройти. Ну ладно. Не могу, так не могу купить. Пушки хотя бы какие-то прикольные есть. Что вы мне еще можете предложить? Вау! Вот это мощная пушка. М-да.
Установлено. Ладно, шифратор отдаем. Так, пламенное проклятие. Клинок теней. Ну, клинок теней вообще какой-то слабый. Установлено. Так, пламенное проклятие. Урон по корпусу 316, по щиту 158. Но я думаю, это шикарное предложение. Так, что еще у нас есть? Миномет. Огненный поцелуй. О-о-о-о-о-о. Класс оружия 8. Урон 600. По щиту 300. Обалдеть. Но мне до такого еще далеко-далеко. Ну ладно, позавидовали и хватит. Что смогли, то купили. Так, миномет у нас есть, все такое есть, но правда я его не использую. Но все равно, ради прикола пусть будет. Так, все, значит, шифратор мы продали. Пламенное проклятие мы купили. Клинок теней слабый. Все, мы купили это. Отправляемся. Летите к вратам гиперперехода Франкфурта. Информатор лорда Хакиры в Рейландии Хер фон Клаусен получил важную информацию о странниках. Важно его спасти. Понятно. Наемник Альфа-1, ОК-1, это... Я Ганс Фишер, друг мистера Бликса. Он меня попросил сопровождать вас на пути в Гольштин. Следуйте за мной. Мы идем по торговой линии к Франкфуртским вратам. Я хороший друг Герр фон Клаусена. Мы с ним снабжали лорда Хакиру информацией с того дня, как странники внедрились в правительство Рейнландии. Ну, куда теперь? Говорит линкор Фрея. Назовитесь. Это дортмундский грузовой корабль ДХЦ-3417. Мы везем продовольствие на Гольштин. Доступ. Вас понял. ДХЦ-3417. Можете продолжать путь. Трент, иди первым. Окей. Переходим. Стыковка. Рейнландские войска жестоко подавляли любое сопротивление войне с гусарией. Мы скоро пролетим станцию Мактан. Ходят слухи, что войска там удерживают сотни журналистов и активистов. Никто не знает, живы они или нет. Мы подлетаем к Гольштину.
Это вон та водная планета справа от нас. Пока все идет хорошо. Так, ну что, мы дошли куда, долетели куда нам нужно? Стыковка. Планета Гольштейн. Это Хакира. Наш план немного изменился. У тебя теперь не будет возможности вернуться в Кусари. Ренландская флотилия вторглась в Ханшу. Мы встретимся в системе Гамбург. Я пришлю тебе точные координаты позднее. Конец связи. Вот мы и здесь. У меня встреча с агентом Муншуга на юго-западном континенте. Передавай привет Герр фон Клаусену. Удачи, Трент. Стыковка. Ну, ждем. Наемник Альфа 1, окей, 1. Вам дано разрешение на приземление. Виткент? Фон Клаусен? За вами не ходит кто? Не думаю. Блик сказал мне, что вы прийти... Интересная пара. Бликс читать ваши мысли, когда вы в Новый Берлин. Прошу извинения. Я должен быть уверен, что тот, кого послал Хакига, не вы как. Я должен был слишком осторожный. Я понял. Давайте выбираться отсюда, пока мы еще можем. Не спорю, мистер Трент. Так, летите к базе Брушел. Задание. Информатор лорда Хакиры в Рейландии. Херр фон Клаусен получил вашу информацию. Короче, ладно, летите в Новый Берлин, найдите. Угу. Рейландия объявила войну Кусари, и теперь у странников полный контроль над военными Рейландии. Да. Обалдеть. Рейландия полностью под контролем инопланетной расы. Будет очень тяжело вызволить информатора из сердца Рейландии, но еще тяжелее будет удрать. Награда – жизнь человечества. Логично. Перед тем, как я приземлился на Гольштейн, хакер рассказал об изменении плана. Орден послал корабль, чтобы встретиться в системе Гамбург. Превосходно! Все идет по мой план. У меня еще остался незаконченный дело. Нам нужно будет продолжить полет. Информатор представил мне недавно схемы чертежа нового типа летательного аппарата, который создают военные Рейтландии. Этот корабль единственный в своем роде, мистер Трент. Я связался со свой друг. Он входит в группу, которая выступает против нового режима Рейнландии. Их база недалеко отсюда. Да, акцент, конечно, у них шикарный. На то они и немцы. Я-я. Все подразделения, пожалуйста, отзовитесь. Это фон Клаусен. Мы преследуем рейтландцев. Герр фон Клаусен, отлично. Я из него решетой. Черт. Сканеры засекли еще звено рейнландских истребителей. Черт, я потерял корабль. Ну, сейчас мы на вас испытаем свои новые пушки. Враг досягаем. Иду в атаку. Приближается ракета. Приближается ракета. Черт, черт, черт.
Но ништяк. Это шикарные пушки. Еще один союзник уничтожен. У меня на 6 часов. Есть один на прицеле. Стреляй. Приближается ракета. Все еще атакует. Рейнландец, разве ты не видишь? Сегодня ты умрешь. Зади меня, мистер Трэн. Мне нужен помощь. Меня преследуют. Есть цель. Все кончено. Герр фон Клаусен, Бунчук благодарят вас за помощь. Трент, ты пойдешь вперед. Я буду следовать за тобой. Стыковка. Ну давай, следуй. Принято. Ваш запрос — приземление. Разрешено. Пожалуйста, продолжайте. Приземление. Два. Бунчук никогда о них не слыхал. Скажем, хорошие, хорошие люди в бесплодных землях. Герр фон Клаусен, рад, что у тебя все получилось. Должно быть, для тебя это выход. Да, Ткент, это Клаус Боцлек. Лидер повстанцев Бунчук. Как ты держишься? Дела плохи. Войска Рейнландии наносят удары всеми силами. Но все же мы готовы, наше атакующее крыло встретит вас обоих в запланированной точке. Прекрасно, друг. Сегодня мы положим конец оружию канцлера. Трент, ты не представляешь, как тяжело предать свою годину, чтобы спасти ее. Нет, но я собираюсь помочь вам закончить начатое. Спасибо. Да, логика железная. Предать, чтобы спасти. Прикольно, прикольно. Так, что вы нам можете предложить? О-ху-ху-ху-ху. Да, кораблик, конечно, прикольный, но мне интересно, какой умный дизайнер придумывал ему вот этот нижний отросток сделать? Зачем он вообще нужен? Это ему вообще не идет. Вот без него, то есть его, представьте, что его нет. Смотрите, идеально. А посмотришь вниз, все, блевать хочется. Фу. И что он может? Орудие 6. Броня мощная, трюм. Ну все классно, но... Взяли и испортили классный корабль этим отростком. Ладно, не буду на нем зацикливаться. Так, что это? Так, значит, наша 316, да? Хорошо. Так, тоже ничего такого вкусненького. Ого, солнцебой. 11 тысяч корпусу и 8, 5 тысяч, почти 6 тысяч броня, щиту. Фу, вот это обалдеть. От такой пушечки я бы не отказался. Да, я бы ее, конечно, установил, реально. Но, получается, надо будет пожертвовать одной из пушек. А пушки у меня хорошие. Ладно, если я куплю корабль, у которого будет 5 пушек доступно, то тогда я куплю что-то вроде такого.
Так, что, нам нужно отправляться в космос опять или как?